Два красному. Бал, два синему. Два синему. Два синему. Три балла синему за нокдаун. Два синему. Два красному. Два красному. Два красному. Бал синему. Два синему. Бал красному. Два красному. Бал синему. Бал синему. Перерыв 1 минута. Два синему, бал красному, бал красному. Бал красному, два красному. Два красному. Два красному, бал красному. Стоп, врач, врач, подойдите. Награждение производит глава администрации Эльбрусского района Малкаров Аслан. Серьезный, самый тяжелый бой. И если вы обратите внимание, счет равный. То есть эти ребята достойны друг друга, и я их очень благодарю от нашей, от судейской коллегии. Мы просто были в восторге. Итак, победу нокаутом во втором раунде за 1 минуту одержал спортсмен в красной экипировке. Помощники, протрите, пожалуйста, нам ковер. Thank you.
Вот ту сторону, где больше воды, вот там. Чемпион России по версии FCF MMA. Представляем спортсменов синей экипировки. Бегидов Ислам. Кабардино-Балкарская республика. Чемпион России по полноконтактному бою. Призер мира по версии FCF MMA. Финальный поединок в весе до 85 килограмм. Три раунда по три минуты. Бал синему. Хорошо. Так, пожалуйста, протрите еще раз ковер. Подойдите, ребята. Старайтесь держаться в желтой зоне. Там у нас постоянно роса. Продолжайте. Два красному. Пол синему. Два синему, пол синему. Два синему. Два красному. Хорошо, так он держится. И ну его так он.
Ему. Два красному. Бал красному. Перерыв одна минута. Бал синему. Два балла синему и три балла синему за нокдаун. Продолжайте. Бал красному. Два красному. Два синему. Перерыв одна минута. Молодец, капитан. Так, на ковер просим. Его мы тишь.
Чем объявить результат, я хочу сообщить, что спортсмен с синим поясом на 7 килограмм легче. Ну, так получилось у нас. Итак, в этом поединке со счетом 24-20 победил спортсмен в красной экипировке. Бойцы, не уходим с ковра, пожалуйста.
являются древнейшими жителями Северо-Западного Кавказа. На греческом и латинском языках они зовутся зихами. Турки и татары зовут их черкесами. Сами же себя они называют адыги. Жемухов Руслан, Кабардино-Балкарская республика. Чемпион мира по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA. Уважаемые гости и зрители, у бойца в красной экипировке завтра свадьба. Давайте поздравим его.